Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня хочу показать вам свои покупки из финского гипермаркета Караока. Я вам уже говорила, что когда показывала другие свои покупки в других магазинах, которые я делала, говорила, что также я иногда делаю покупки вот в этом финском гипермаркете. Находится он у нас в городе Всеволожск, там, где я покупаю. Вот, и бываю я там редко, но все-таки иногда удается съездить. Итак, давайте покажу, что я сегодня купила. Поехали мы туда приобрести мясо для шашлыка. Уже середина июля, а мы еще в связи с погодой так ни разу еще и не делали шашлыки. Решили все-таки, может быть, в эти выходные повезет и удастся открыть шашлычный сезон. Итак, давайте покажу, что я купила. Первое, что покажу, купила я вот такие вот розовые помидоры от фирмы Алга. Я люблю такие помидоры. Это розовые помидоры, стоимость их 179 рублей за килограмм. Купила вот почти что килограмм. Ну, к сожалению, те, что были подешевле, все разобрали, пришлось взять эти. Также купила два больших пакета вот уже молодого картофеля, довольно-таки крупного. Картофель молодой по 44,90. Я считаю, что это хорошая цена. Реально вот такая большая крупная картошка, очень-очень хорошая. Также увидела абрикосы, тоже довольно-таки неплохие. Взяла вот такой контейнер, 612 грамм. Это турецкие абрикосы по 99,90. Также купила себе пару салатиков. У них там очень даже неплохая кулинария. Купила салат с кальмарами и фунчозой. Здесь капуста, лапша, фунчоза и кальмарчики. Также яйцо, лук, поре, чеснок. В общем, вот такой вот салатик. Контейнер 112 грамм вышел на 43,57. И также еще купила второй салатик. Называется он питерский. 248 грамм. Обошлось мне в 69,19. И здесь в составе окорок куриный, картофель, майонез, шампиньоны, яйцо, сыр твердый, морковь и лук репчатый жареный и масло растительное. И зелени немножко. Вот, вот такой вот тоже взяла, чтобы перекусить по-быстрому с дороги можно было. Также купила вот такие плоские персики импортные, Турция. Эти уже персики стоят 159 рублей. Конечно, не дешево, но вроде с виду неплохие. Взяла вот контейнер 656 грамм. Также в Шарлотте взяла салатика в горшочке, вот такой вот салат листовой, выборжец. Я вам уже неоднократно его показывала. Хороший салатик по 33 с небольшим, в общем, был. Шарлотта — это моя черепашка. Если кто-то не знает из моих новых подписчиков, то это наша среднеазиатская сухопутная черепашка. Она очень любит салатик. Взяла про запас вот такую вот упаковочку сливок «Белый город» 27,10. Она стоит 200 грамм. Повелась на рекламу, купила попробовать вот такую Coca-Cola Zero. На самом деле она невкусная, и здесь в составе я сразу же, когда начала пить, то почувствовала, подсластители здесь идут, аспартам и ацесульфам калия. Вот. На самом деле в пол-литра, вот в этой вот бутылочке, в пол-литровой, всего лишь одна килокалория. Поэтому, конечно, она диетическая, но невкусная вообще. Вот, но я ради любопытства купила. Купила себе вот такой вот ванильный маффин. Выпечка там тоже очень хорошая. Маффин ванильный, вес 138 грамм, цена 30 рублей 36 копеек. Извините, что шуршу пакетами, просто покупок много, поэтому приходится их вот так вот
доставать из пакета и вам показывать сразу же. Потом купила свои любимые протертые томаты. Вот в таких вот картонных пачках по пол-литра. Вот такая вот пол-литровая пачка помидор стоит 59 рублей. Я их очень люблю. Особенно зимой их использую всегда. Там, где нужны томаты, не покупаю в магазинах, а вот такие уже хорошие, протертые, без кожуры, без всего, использую для приготовления различных блюд. Взяла, в общем, две пачки. Также купила еще за 59 рублей, тоже от марки Пирка. Это финская марка. Такие же томатики, но здесь уже, видите, 390 грамм. И здесь они содержат перчик чили поострее. Например, вот чинахи приготовить, что-нибудь такое. Вот. Потом купила сливочное масло. Вот такое вот Эко-Милк. Очень оно нам нравится. Уже несколько лет такое масло покупаем. Это высший сорт. Здесь 82,5% жирности. И по 56 рублей пачечка этого масла. 180 грамм, как обычно. В общем, хорошее. Я вам рекомендую такое масло к покупке. Дальше. Купила кусок мяса большой. Недорого. Купила лопатку свиную, бескостную, по 269,90. Взяла кило 110, заморожу, пусть будет. Также по хорошей стоимости купила две бутылки молока «Домик в деревне». Молоко отборное. Это молоко пастеризованное, но оно относительно недолго хранится, поэтому... В общем, по 45 рублей, я считаю, что это хорошо. Свежее молочко. Наше питерское. Я очень его тоже люблю. Муж у меня любит. Так, также я купила говядину. Говядину купила под бедерок. Цена за килограмм 339,90. Я взяла кусочек на 864 грамма. Это мясо с косточками. Вот косточка. Взяла вот такой вот пакетик, буду варить солянку. Муж у меня попросил солянку, хоть я и не люблю летом такие горячие супы, но раз человек хочет, как же я могу отказать. И также на солянку я купила вот такие вот замечательные оливки без косточки отборные, 350 грамм, вот такая вот баночка. Стоит она в районе 49 рублей. Я считаю, что это хорошая покупка. Как раз у меня эта банка на солянку и уйдет. И еще такую же баночку к шашлыку, в общем, взяли. Также купила на солянку лимончик. Лимоны золотые по 150 рублей. В общем, у меня один лимон на 17,90 вышел. Вот, купила мужу в очередной раз жевательный мармелад. Он любит вот эти вот джамбо-бон-пари. 21 рубль. Но здесь мармелада, конечно, очень мало. Всего лишь 40 грамм. Но он хороший, этот мармелад жевательный. С натуральным соком. Купила морковку израильскую мытую. Нового урожая. В этот раз удалось подешевле купить. По 69,90. К сожалению, морковка почему-то так и не дешевеет. Не знаю, с чем это связано. Вот. Так, дальше. Берем следующий пакет. Вот такие вот пакетики. Большие. Так, купила я различные булочки. Есть у них, как я уже сказала, своя кулинария, также и пекарня. Купила вот такую вот маленькую чиабатту. Маленькая чиабатта. 25,90 она стоит. Ну, такая малюська в ладошку. Сейчас я с салатиком ее и кушаю. Вот. Также мужу купила вот таких несколько штучек. Гипфель с кремом буше. 70 грамм в каждом вот таком пирожке. Вот такие вот гипфели. В общем, несколько штучек взяла. Он их с молоком очень даже хорошо лопает. Вот. Также из хороших продуктов купила вот такие вот квик-макарони. Квик-макарони – это
макароны быстрого приготовления, то есть они очень быстро варятся, от марки Еврошопер. Вот эта марка тоже представлена в этом магазине. Варятся эти макарошки 3-4 минуты всего лишь в кипящей воде. И вот такой килограмм стоит 99,90. Вот, я взяла рожки, но там еще были спирали и рифленые перья. Очень рекомендую покупки, хорошие. Про запас купила вот такие старорусские сосиски с сыром, фитпродукт. Покупала неоднократно, мне они нравятся. Здесь 336 грамм и стоят они 129 рублей. Также по отличной стоимости купила, вот только-только привезли, вывалили огромный такой поддон. Купила перец ласточка за 49,90 килограмм. И вот кило 700 у меня на 83 рубля получилось. Я считаю, что это вообще просто мега отличная покупка. Вот такой вот гигантский пакет перцев буду завтра фаршировать. Муж у меня любит, я тоже. Купила просто вот такой вот рис золотистый, обработанный паром. Здесь 8 пакетиков для варки. И вот такая упаковочка стоит 54 либо 59 рублей. Вот, купила, потому что я рис как гарнир не особо люблю, а муж иногда просит, поэтому быстренько кинул один пакетик, сварил ему покушать на гарнир, и очень хорошо. Вот, дальше купила специи, очень хорошие у них там специи, тоже от их финской марки Пирка. Купила 25 грамм, вот такая вот приправка, это для гриля. Вот, приправа для гриля, подходит для приготовления на гриле блюд из мяса курицы, индейки и овощей, а также соусы и маринада для гриля. Очень хорошая, стоит примерно 29 рублей. Также купила попробовать кнор на второе, вот такую приправу, фрикадельки томленые в томатном соусе. Но на самом деле здесь, вот видите, вообще-то ежики нарисованы. Вот, поэтому приберу, тоже сделаю как-нибудь ежики из фарша, риса и репчатого лука, в общем, с этой подливкой. Так, дальше купила вот такую приправу Маги для сочных тефтелек в сливочно-томатном соусе. Здесь уже со сливками идут вот такие вот именно тефтельки. Вот эти приправы не дешевые, они в районе вообще 30 с чем-то, под 40 рублей. И тоже новинка, я не видела, по крайней мере, купила вот такую вот приправу Кнор для курицы барбекю, глазированные бедрышки. Здесь в составе мед, вроде бы как написано, содержит 100% отборные овощи и травы. Почему-то фокуса нету. Отборные овощи и травы, мед без консервантов. В общем, нужно с водой вот эту вот приправку смешать и обмакнуть бедрышки и пожарить. В общем, такую купила. Это все для меня новинки. Я такие еще не покупала ни разу. Также от финской марки Пирка я купила вот 58 грамм. Это соль с чесноком тоже. Я думаю, что будет хороший, потому что вот такие приправы я уже покупала. И черный молотый перец, и орегано. Они очень хорошего качества, отличные просто. Дальше. Купила соленые огурцы. Вот контейнер. 3 больших огурца на солянку, опять же. Своих у нас соленых огурцов нету, потому что что-то и в том году как-то то, что было, быстро использовали. Ну вот, в этом еще, естественно, нету. В общем, по 149 рублей за килограмм. Это жесть. 3 огурца на 44,70. Дальше. Подруга мне очень рекомендовала в этом магазине попробовать куриный фарш. Я купила маленький вот такой вот лоточек. На пробу 476 грамм на 109,43. Килограмм стоит 229,90. Это, конечно, вообще очень дорого получается, да, если сравнивать с куриным мясом. Ну, допустим, курицу можно за эти деньги, да, целую там купить практически. Но
Бывают тоже такие продукты нужны все-таки. Я положу в морозилку, и бывает раз-раз. В общем, 4 котлетки слепил, съел и доволен. В общем, купила попробовать. Потому что подруга плохого не посоветует. Вот, для фарширования перца купила говяжий фарш. Стоимость за килограмм 309 рублей. И 608 грамм мне обошлись в 188,42. Вот. На этом продукты все. Еще часть продуктов у меня лежит в машине. Там уже замаринованный шашлык мы купили. Куриный и свиной. Потом овощи, кинза, огурцы, помидоры, болгарские перцы, лаваши, ну вот все такое, там квас, кола. В общем, это все в машине, домой не потащила, потому что будем это все в саду делать, естественно, не дома. Вот, и еще я купила вот такие вот 3 шапочки для душа, положу в кладовку про запас, 32,90. Я считаю, что это недорого, даже по сравнению с фикс-прайсом теперь, это вообще просто супер. Делаю масляные маски для волос, поэтому шапочки, конечно же, пригодятся в хозяйстве. Вот, и также, поскольку финский магазин, я не могла уйти из него без финской косметики, и я приобрела от финской марки Lumene. Я не понимаю, почему у меня фокуса нет. Не знаю, не фокусируется. В общем, от марки Lumene Natural Code. Пробую так. Вот, вроде бы, вот, сфокусировался. Купила вот такой вот лак-голографик замечательный. Очень красивый. Я как раз недавно заказала себе от Dance Legend базу под глиттерные лаки, поэтому с удовольствием буду пользоваться. Посмотрите, какой он красивый, переливается. Но об этом лаке потом еще в косметических покупках расскажу поподробнее и на ромашке покажу. Вот, на этом все. Сегодня чек вам показывать не буду, потому что показала все-таки не все продукты. Часть у меня в машине. Ну, в общем, показала то, что можно там купить хорошего. В частности, вот такие вот приправы замечательные. Вот макароны. Вот такие вот отличные томаты протертые. В общем, вот такие финские товары. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что вам мой обзор был интересен. Если это так, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!